Сегодня вас ожидает встреча с прекрасным и всеми любимым жанром оперетты. Встреча со спектаклем Государственного академического театра Московской оперетты «Прекрасная Галатея». Музыка Франца Зубка. Пьеса Андрея Меньшикова. В спектакле принимают участие Пигмалион, скульптор, заслуженный артист России Владимир Николаев, Мидас, богатый меценат, солист театра Сергей Оливьев, Ганимед, слуга, солист театра Михаил Беспалов, Галатея, заслуженная артистка России Лилия Амарфи. Прекрасная Галатея, древняя и вечно юная история статуи, оживленной силой великого таланта и великой любви ее создателя. Прекрасная Галатея, сказка, легенда, миф, и все же здесь немало и реально, ведь всегда, во все времена авторам художественных произведений нравилось то, что они создавали, и, конечно, всегда, во все времена всех волновала тема прекрасного, вечного чувства, имя которому любовь. Слова любовных признаний вдохновляли поэтов, ритмы стучащих сердец вдохновляли музыкантов, образы любимых вдохновляли художников. Любовь всемогущая, ей под силу оживить самые черствые, самые каменные сердца. Такой же сегодня на нашей сцене докажут это герои древнего мифа. Интересно. Сколько древние греки могут не спать? Я имею в виду, конечно, не всех жителей Эллады, а своего хозяина Пигмалиона и его слугу Ганимеда. Вот уже которую ночь мой хозяин не спит и другим не дает. Наверное, хочет попасть в историю. Но я понимаю, он хочет делать свою бессмертную статую и страдает за искусство. А я за что? Нет, творчество — это мука. Ничего не получается. Самый большой мученик здесь — это я. Вот опять наступил вечер. Очередной вечер моих страданий. Ну какой вечер, хозяин? Уже утро. Уже встала с перстами пурпурными. Эос. Что с тобой? Мне приснилось, как будто вы меня высекаете. Мастер, ну отдохните! Уже зима на дворе! Какая разница, когда работаешь для вечности? Ну, для вечности не обязательно работать целую вечность. Кстати, а вы долго будете еще для нее творить, а? Остался последний штрих, но он мне не дается. Знаете, хозяин, когда я пытался заснуть под аккомпанемент вашего божественного молотка, мне приснилось, что как будто мы с вами там станем необыкновенно популярны, но благодаря вашей статуе. Не верю я этой сказке. Но это не сказка, это миф. И вообще, знаете что? Мне в последнее время ваш внешний вид совершенно не нравится. Мне кажется, что вы переутомились. Нет, я не устал, но голова немножко как камень. Ну вот видите, как камень. Так пойдите погуляйте на свежем воздухе. Или сходите на Олимпиаду потолкать. Ну, вижу.
А это ты слышал? Ну, слышу, слышу. Ну, милый друг, если все увиденное и услышанное тебе не нужно, то я ухожу. Подождите, ухожу, ухожу. А если нужно? Ухожу. Ну, тогда я остаюсь. Что? Так, а что я должен сделать, чтобы все увиденное и услышанное стало осязаемым? Сущий пустяк! Я пронюхал, да, что твой мастер создал якобы какую-то новую великолепную статую, которая придется по вкусу самому взыскательному покровителю искусств и мецена. Да, да. Каковым я и являюсь. Вы? Разрешите представиться, богатый покровитель искусства и меценат. Мидас, please. Золотой человек. Я из рода Гордиев, знатного и гордого. Вот кого обязан свежим навещен я. Потому что горди, знатные и гордые, воспитали очень много сынов лет меня. За искусство я все отдам любя. Не ведь слуги искусства все ко мне пылают с красным чувством. Неуместный смех повторю при всех. Не ведь слуги искусства все ко мне пылают с красным чувством. Каждая красавица хочет мне понравиться. Я без денег не хожу и всегда с собой ношу ценные предметы, кольца и браслеты, как затянутый меценат. Люди ведь сияют лица, принимают все меня почти за олимпийца. Я из рода Гордиев, знатного и гордого. Вот кому обязан свежий я. Потому что горди, знатные и гордые, воспитали очень долго сынов лет меня. Строгий критик я, цензор и судья. Все меня прекрасно знают, все актрисы мелко обожают. Неуместный смех повторю при всех. Все меня прекрасно знают, все актрисы мелко обожают. Навожу я критику, делаю политику, выражаю мнение прямо без стеснения. Все ко мне стремятся, все во мне давятся, знают, что я меценат. Люди ведь сияют лица, принимают все меня почти за олимпийца. Я из рода Гордиев, знатного и гордого. Вот кому обязан свежий навещен я. Потому что горди, знатные и гордые, воспитали очень для насчетных лет меня. Покупаю непременно я все то, что цена призворит. Ищите госпотребниц, все произведения искусства я веду для коллективе. Покупаю колоннады я со всей ладом мрамор, песни, 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 поэтесь. Все произведения искусства я веду для коллективе. Покупаю все, что золо, целый свет богатый человека в целом мире. Дорогой мой друг, это только коротко. Ага. В двух словах. Да. Ты слушай меня. Ага. Я рассказал тебе о себе. Теперь ты понимаешь, что моя душа коллекционера не может быть спокойной, пока я не куплю новую статую Пигмалиона, да, и не поищу ее в свою коллекцию. Подождите. Ну вы что? Я ничем не могу помочь. Ничем. Послушай, я деловой человек.
Но мне просто некогда. Так вы знаете, я тоже деловой человек, и мне тоже некогда. Знаете, как у нас говорится? Древнегреческое время, древнегреческие деньги. Ну, послушай, ну дай мне бросить на статую. Что бросить? Что бросить? Сейчас брошу. Взгляд знатока. Да это вообще невозможно, понимаете? Подожди, почему? Да потому что мой мастер очень ревнив, и он меня никому не показывает. Понимаете? Я даже подозреваю, что он влюблен в свою каменную красотку. Что? Вот вы? Да. Да не может быть. Да может, ну что вы? Ну может же он целыми днями без выходных сидеть с нею с глазу на глаз и разговаривать как с человеком. Вы со мной. А? Да еще и на разных языках. И я не уверен, что она ему не отвечает. Послушай. Послушай, это меня еще больше раззадорило. Стойте! Иначе я брошу в вас камень. Что? То. Ты меня обижаешь? Нет, ты слишком много себе позволяешь. Понимаете, мои принципы мне не позволяют. Ну и сколько стоят твои принципы? Ну, не обижайте меня. Нет. Мало? Так, вы что, издеваетесь? Ну, конечно, устаревшие принципы рано или поздно пересматриваются, но это вообще... Ну, а теперь? Да нет, ну, я же боюсь, как бы нас не застали врасплох, понимаете? Нет. Нет, не могу, ничем не могу помочь. А теперь? Теперь ничего не боюсь. Можете разговаривать с этой каменной дамочкой сколько хотите. Я буду нем, как камень. Идите. Мисс! Не понимаю. Мадмуазель! Слушай, она молчит. Девушка, который час? Слушай, что ты мне подсунула? Да вы по-простому, по-нашему, по-древнегречески. Понял. Могущие боги! Кто совершил это чудо? Вот что может совершить настоящее искусство. Нет, проза бедна, чтобы описывать это произведение искусства. Его надо описывать только стихами. Ну так зачем же дело стало? О божество! О вдохновение! О жизнь! О слезы! О любовь! Ты посмотри, какие стройные ноги! Ноги как ноги! Уверен, набьют мозоли на любой древнегреческой дороге. Нет, какие изящные руки! Руки! Как и положено, две штуки. Глаз не устает поражаться этим совершенным формам. Так все согласно стандартам и нормам. Ты знаешь, а? Единственный недостаток. Какой? Она мало обнажена. И что захотели?
Она ведь не ваша жена. Клянусь, в моем саду, где благоухают розы, она достойное место займет. Ну ладно. Тихо, тихо, тихо. Что там? Что же шаги, перехожу на прозу. Мастер идет. Спасайся, быстро. Дома. Подожди. Ну, спрячься куда-нибудь. Ну, быстро, быстро. Здравствуйте, дорогой мой. Что вижу я? Моя бедная спина. Шалом пропал. Невежливо встречаю. Шалом, мили. Неучтиво провожаю. Шалом, ступай. Ну, позвольте глазами. Начала пожить, силой выброшу за ней. Убежать я не успею, нет возврата. Прочь отсюда. Как вы смеете, большая мецена. Прочь отсюда. Кровь не боль, не сердце точит. Он безумен, драться хочет. Тем сильнее, тем страшнее. Он за то наказан. Боже, не спасут, не земли будет. Такое поведение. Я погиб, мне не спасение. Стоял мир, рот разъяснил. Мою смотрел богиня, как шел гиверский гост, кто на свой миллион, разами его позор, и мы звезды назовут, и за звезды жизнь моя, и мы все свои, Ой, приходится погибнуть, как барану. Смерть жестокая пришла, ты слишком рада. Боги, слышите свой голос, к вам взываю. Ох, со мною все искусство погибает. Я меценат. Спонсор! Пощадите, не губите, виноват. Посмотри, что там. О, сюда, со мной, со мной! Я из рода Гордиев, знатного и гордого, вот кому обязан свежу на весь ущин я, потому что Гордии, знатные и гордые, воспитали очень много сильных лет меня. Он был молодой, я совсем он прямо в месте. Мастер, я вам сейчас что-то расскажу. Пустите! Пустите! Зачем ты пустил? Зачем ты пустил? Кого пустил? Кого пустил? Зачем ты пустил? О, Галатея, я совсем обезумел! Никакие боги не могут вдохнуть жизнь в этот холодный кусок мрамора, в котором воплощен идеал красоты. Нет! Ты бессильна, Афродита! Ты такой же бездушный камень, как и она. О, Галатея, какая изумительная душа должна заключаться в этих совершенных формах. Но я никогда, никогда не узнаю твоих прекрасных человеческих качеств. Горе мне, горе. О, Галатея, любовь несчастная моя. Музы! Вы знаете, сделал я статуй немало. Всех покорили они красотой совершенной своей. Так почему же одна? Та, что создал последний, словно живая вошла в мое сердце. О, музы! Люди, наверное, слову среди вас я безумца. Даже создатель творения мое оживить не желает. Может, любовь совершит оживление чуда? Впрочем, на этого люди надежда, увы, небольшая. Нет, я не вынесу таких страданий. Это рука, которая создала и тебя.
она раздробит тебя на куски. Я ходил, я молил, напрасно все. Ha ha ha!
Пожаловать в жизнь, Галатея. Вся природа ликует, приветствует тебя. О, Галатея. Галатея? Ну. Я? Да, да. Галатея. Да. Это мое имя? Да, дорогая. Я позволил себе смелость именно так назвать тебя, мой ангел. Мне нравится. А как твое? Пигмалион. Пигмалион, к твоим услугам. Очень приятно. Знакомиться. Ага. Слушай, это что значит, в этом мире да. все предметы играют, имеют свои имена? Да! Да! Да? Да. А как имя вот этого? Вон. Где? Вот. Вот, видишь? А, ну... Красиво, предметы с колючками. Не-не, это цветочек. Это цветочек? Роза. Роза? Роза. Смотри. Где, где? Ну, вон. Роза. Ну, и он. Где, где? Порхает среди других цветов. О, да нет. Что? Нет, а вот это уже не роза. Не роза. Это бабочка. Бабочка? Бабочка. А вон, вон. Где? Бабочка. Вон, посмотри. Ну, ну, ну. Села на ветку и чирикает. Да нет. А вот это уже не бабочка. А что? Ну, это птичка. Очень много ласковых имен, да? Очень. Много, да? Ага. А как ты меня создал? Да не было ничего проще. Угу. Я взял глыбу мрамора. Ну, как? Бам-бам-бам. Отсек от нее, ну, все лишнее. Да? Да. Понятно. А вот где я сейчас нахожусь? Как? Ты в Древней Греции, моя богиня, в Свердловске. Что?
Так разве бывает? Бывает. Да? А почему ты на меня так смотришь? Я стесняюсь. Я восхищаюсь тобой, потому что ты... Да. Ты прекрасна. Взгляни в это зеркало. Да? И ты убедишься сама. Вот, видишь? Не бойся, не бойся. Хотя ни одно зеркало не может передать твое совершенство. Угу. На, видишь? Ну, не бойся, видишь? Ой! Ну? А чье это личико? Улыбается мне. Так это ж твое. Мое? Конечно. Вот, видишь? Вижу. А вот смотри, глаза вот так они на меня удивленно смотрят. Так это ж твои глаза. Мои? Конечно. А мне нравится. И автору тоже. Ведь я вложил в тебя всю теплоту своей души. А слушай, мне кажется, я очень хороша. Да. Да? Очень. Поцелуй холоден, как лед. Ну, так это же... Ой. Немножко теплоты в тебе еще осталось. Да, немножко есть. Да. Ну, я пошла. Глотай, глотай, богиня! Что такое? Что ты смертный? Оставь меня, я хочу уйти. Да ну почему? Ну, не знаю. Я так хочу. А я хочу, чтобы ты осталась. Почему? И не забывай. Я твой хозяин, повелитель. Ты мой хозяин? Конечно. И повелитель? Да. Ах, мои нервы. Глотай, 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 глотай. Я буду вечно повиноваться у твоих ног. Глотай, я больше не буду, глотай. Вот это другое дело. Я почувствовала вот здесь. Ну-ка. Ой, просто ужасающую. Тихо, тихо, тихо. Что? Урчит там что-то. Что? Голоте. Что? Это же голод. Я же забыл, что ты теперь не каменная. Да. Ганимед! 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 Его, как всегда, нет. Да. А у нас, как назло, в доме, кроме нектара и амброзии, ничего нет. Не, ну, не-не-не-не, я хотела бы чего-нибудь менее мифического. Я сам побегу на базар. Да. Слушай, Галатея. Что? Ну я же не знаю, что по вкусу ожившим стало. Я тоже не знаю, я не знаю. Я полагаюсь на твой вкус. Знаешь что, я принесу тебе фруктов и овощей. Не-не-не, мне чего-нибудь посущественней. Хочу мясо. Чего? Мясо хочу. Большой кусок мяса. Ну ладно. Для тебя мне не жалко никаких трах. Ага. Бегу. Ой. Хвала богам, я от него избавилась. Послушайте, мне кажется, что в этой жизни хорошенькие произведения искусств должны получать гораздо больше, чем он мне обещает. Ой, какой прекрасный звук. Поговори со мной, Лира. Твой голос волшебный мне тайны открывает. Тайны всех чудес, что ожидаю, дай мне в день рождения мелодию любви. Thank you.
Мастер! Мастер! Звали? Нет. Наверное, опять ушел мой хозяин просить богов, чтобы оживили его каменную красотку. Как будто живых мало. Вообще, надо же, должен вам сказать, в удивительное время мы живем. Все вновь, все впервые, и не позавидуешь будущим классикам. Ну скажите, откуда на милость им взять новые сюжеты, если все уже было? Вот поэтому придется уповать на то, что все новое — это хорошо забытое старое. Который век на разный вкус, твердят, не ведь наших муз. Все было, все было. И мелодрама, и балет, и даже театр, и оперет. Все было, все было. И если б сон мой длился пару тысяч лет, в классиках ходил бы весь белый свет. Коль ружье висит на сцене, значит, выстрелит оно. И если классик, значит, гений, и другого не дано. Талант, как и деньги, он есть или нет? Ах, как хотя власть бы талантом хоть разочек мне блеснуть, но кровать скрепит бельканта, приглашая нас к сну. Ах, мир любви, страстей огня, коня полцарства за коня. Все было, все было. Здесь было все, что может быть, и даже быть, или не быть. Все было, все было. Если б сон мой длился пару тысяч лет, в классиках ходил бы весь белый свет. Коль фальшивы будут чувства, не поверит зал тебе. Не люби себя в искусстве, а люби его в себе. Талант он от Бога. Ах, как хотелось бы талантом хоть разочек мне блеснуть, но гром скрепит бельканто, приглашая нас ко сну. Любой заход не удивит, не потрясет. Все было, все было. И даже если все верно, и гостья каменная в дом, все было, все было. И если б сон длился пару тысяч лет, в классиках ходил бы весь белый свет. Мы играем мушкетеров, полководцев, королей. Лишь для маленьких актеров в театре нет больших ролей. В таланта поклонник бросает букет. Ах, как хотелось бы талантом хоть разочек мне блеснуть, но крана скрепит бельканто, приглашая нас ко сну. Видно, опять не удастся поспать. Какая-то дамочка к нам направляется. Можно подумать, что на сегодня день открытых дверей. О-о-о! Зевс и милостивый, по-моему, от постоянного недосыпания у меня начались галлюцинации. Неужто статуи начали бегать по городу? Точно! Наша сбежала. Наша ожила. Вот что делают с нами морозы. Но если так дальше пойдет, то мраморные колоннады заколосятся. Стены разбегутся в разные стороны, а вокруг мраморных львов нужно будет ставить чугунные ограды, чтобы львы не покусали прохожих. Одним словом, конец света. Я так устала. Ой,
Что это? Это слуга. Слуга? Да. А это что, звание или должность? Это степень. Я поняла. Ты тоже мастер, да? Нет, нет. Я только кандидат в мастера. А как тебя зовут? Смотря кто. Угу. Мама с папой? Угу. Ганимедом звали. Ага. А хозяин зовет... Эй, ты. Подойди ко мне, эй, ты, Ганимед. Я? Нет. Почему? Не хочу. Как это? Ты не хочешь? Нет, нет. А я хочу, тогда я к тебе нет, сейчас... Нет, 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 я сам. Сам? Сам. Тогда иди. Вот уже в пути, нет, в пути. Нет, нет, мне еще нужно ближе. Ну вот. Нет, вот еще мне нужно ближе. Так? Нет, ближе еще. Так? Нет. Нет, не так. Вот так. Послушай. А? Ты мне нравишься. Не может быть! Ну, может, ты такой хорошенький? Да нет, ну что? Нет. Ну, хозяин придерживается совершенно иного мнения. Только, а кто твой хозяин? Да мой хозяин и ваш создатель. Ну? Это одно и то же лицо. Как мне не понравилось это лицо. Твое лучше гораздо. Да. Ничего себе заявочка. Слушай. Знаете, как в народе говорят? Да. Не с лицом жить. А с человеком. Какой у тебя профиль. Красивый. Красивый, красивый. Греческий. Да? Да. Скажи мне, Ганимед, я мужчина? Нет. Нет? Нет. А вот, значит, я не мужчина, да? Нет, да. Я женщина? Похоже на то. Я женщина. Ага. Да? Да. Ну тогда ты мне скажи. А ты мужчина? На 100%! Да? Да, да. Да? Вот, если женщина, понимаешь, испытывает к 100%-ному мужчине, ага. Значит, сейчас, значит, расположение, да. Уважение, ага. И не могу. Я не могу. Что? Влечи меня. Как это называется, а? А? Ну? Ну? Дружба! Все, я сплю. Все. По-моему, ты меня обманываешь. Нет, нет, я сплю, все. Ты меня обманываешь. По-моему, это не дружба. Дружба? Нет, не дружба. Дружба, дружба. Все, я сплю. По-моему, ты бесчувственный, Ганимед. Как камень, да-да. Я просто тверд, как кремень. Послушай, ты не переживай, хорошо? Я не переживаю. Нет, ты не переживай. Все. Я вот сейчас, знаешь, мне не кажется, надо. Что... Не надо. Мне кажется, что мне нужно тебя оживить. Да, ну не надо, не да надо. Почему не надо? Я знаю, как это делать. Да не надо, я сплю. Да нет, не надо, да спать. Я сплю. Не надо. Да я ради вас прошу. Не надо, я сплю. О! Слышите, стучат. Нет. Ну, прячься, ну, скорее, ну, садись. Ну, не ночью. Кто там еще? Там еще я. Опять эти приключения на старости лет-то, да? Никаких приключений.
Никакой опасности. Да? Я видел твоего хозяина на рынке. Ну? Он стоит в очередь за мясом, а это, сам понимаешь, надолго. А, ну, конечно. Вот я и решил воспользоваться моментом. Правильно. Кто это? Кто это осмелился помешать нашей беседе? Ой. Твоя? Нет. Его. Птица Феникс. О, всемогущие боги! Кто совершил это чудо? Ах, хитрый пигмалион! Скрывать от глаз людских такую красоту! Такое совершенство! Да ведь это тягчайшее преступление против той незначительной части человечества, которая по достоинству может оценить, товарищи! Я не понимаю, о чем он говорит. Да он говорит, что ты ему приглянулась. Да? Угу. Ох, богиня! Как был бы счастлив я, простой, рядовой, древнегреческий миллионер. Если бы одарение высочайшим соизволением назвать вам мое имя. Что он сказал? Переводи. Ну, он говорит, что хочет с тобой познакомиться. Да? Да. А кто он вообще такой? Перевожу. Кто вы такой? Ты чего? Я известный всей Элладе, богатый покровитель искусства меценат, знающему истину, а также красную цену. Я не понимаю, о чем он говорит. Но он говорит, что у него денег столько, да? Что он не знает, куда их девать. Ничего не понимаешь. Нет, ну я не понимаю. Так, давайте разберемся. Значит так, я женщина. Да, да, да. Ну вот, ты мужчина. Я, да. Оно кто? Оно просто старое мой... Что? Старый меценат Мидас. О, богиня! Если бы осчастливили мой дом своим присутствием, к вашим услугам были бы сотни рабынь. Вашу божественную шею я украсил бы самыми драгоценными ожерельями. Я одел бы вас в царские одежды с головы до ног включительно. Тонкие восточные ткани не стесняли бы движения вашего божественного тела. А изящные легкие туфельки позволили бы вам порхать по моему саду, как бабочки. Что он предлагает конкретно? Он говорит, что если ты пойдешь жить к нему, то он тебе устроит такую жизнь, как у Зевса за пазухой, а в придачу подарит спортивные сандалии с надписью «Ютабанк». Да? Да. Все мужчины обманщики. Она вам не верит. Черт, я ж совсем забыл. О, богиня, приношу свой дар с обожанием и преклонением. Ой. Гнет, что ты на это скажешь, а? Дают, бери! Как это берем дальше? Да дальнейшее в переводе не нуждается. Мой подарок очень мил, но мил,
Я вам купил, вот колье, алмазы, берил дороже вещи, а вот браслет. Скорей, скорей, давайте, что там еще. Давайте, вот еще подарок дорогой, но золотой, вот это брошь. Да чего фасон хорош, подорого мне стол, едва такой достал. Сомненья. Хочу кольцо. И во мне уж головокружение. Давай и еще. Это все тут. Я уже хочу. И еще. Боже мне мало дал. Как я пришел грозить у нас хоть разговорный. Я сумею, что учитель я неблагодарный. Коль не хочешь жить, нет, ты все свои подарки. А они знали, ведь тебе же будет жарко. Цепочка драгоценная и изящна. Я принес вам серьги редкости большой. Эти вещи приобрел я все случайно и дарю их вам теперь со всей душой. Слушать не люблю хвалу я, знаю, будете вы рады. Я прошу лишь поцелуя, как заслуженной награды, все кладу сюда к ногам, за поцелуй я эти вещи все отдам. Подарок ваш по мне, по вкусу мне, я как вас знаю. Слабость я знаю. Цепочку дай. Всех красавиц сразу побеждаю. Давай еще. Это все. Неужели хочу еще? Неужели мало дал? Пока не пришел, возьмите, я свинья сговорный. И с усилием, что у тебя неблагодарный. Коли хочешь, я тебе все мои подарки. Немножко погоди, я хороша, я хороша, память знатный, я вельможа, я бессильный, обезьяна, хитрый шут, я хороша, память знатный, я вельможа, я бессильный, обезьяна, хитрый шут, погоди, погоди, богиня! Быть может, в моей работе и были ошибки. Ну, у кого их нет? Но все же на понимание и взаимность я могу надеяться. Я взаимности вам не обещаю. Да. Не обещаю, потеряла все. А что, что? Потеряла, вот все потеряла. Что касается надежды, не знаю. Надеюсь. Ладно. На богиню надейся, а сам не плашай. Да.
Не блажай. Вот, нашел. В таком случае я обращаюсь к вам как юридическое лицо. К юридическому лицу. Верните мне мои подарки быстро. Почему? Я так хочу. Да? Вот. На. Понял? Подарки. Тихо! Мастер идет! Спасайся, кто может! Быстро! А кто не может? Ну, скорее спасайся! Ну, быстро! Он еще на что-то вас! Ну-ка, вместе сюда, быстро! Скорее, прячься! Скорее, вот и учтите, если я здесь ожила, вы должны окаменеть. Ой, что? О, голод! О, скажи, ты очень проголодалась? Скажи, а ты соскучилась? Очень. Я очень долго отсутствовал, ну, да? Что ты? Очень. Скажи, а ты все время была одна? Очень. Что? А ты все время была одна? А кто? Еще должен быть здесь со мной. Ой, извини, пожалуйста. И где я научилась врать, а? А, Галатея, Все, все, меня пора кормить, все. Я есть хочу, ты так мне ничего не принимаешь. Ганимед! Вот. Ганимед! Ганимед! Послушай, ему не надо знать, что мы познакомились. Ни в коем случае. Ганимед! Ганимед! Ганимед, где ты ходишь? А я здесь вот стою. Где ты ходишь? Стульчик вытираю. Я тебе кричу, 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 где ты ходишь? Вот. Давай, накрывай на стол. Ага. Давай. Давайте. А что у нас за праздник? Накрывай на стол. Сейчас мы отпразднуем день рождения Галатеи. Ура! Хоть пожрём по-человечески. Скажи, а? Нет. Так. А где Галатея? Она переодевается к праздничному столу. Ганимед! А? Но во что? У нас же нет женской одежды. Да ладно, вы не волнуйтесь, мастер. Если вы дали женщине сознание, то уж материю она как-нибудь отыщет сама. Женщина. Восхитительно! Тебе нравится, да? Тебе очень идет это платье. Мне тоже нравится. Очень сильно. Именинница готова. Именинница готова. И гости в сборе. Да, готова уже. Прошу к столу. Да, пошли к столу. Прошу. Ну что, как и положено по традиции, первый тост за хозяина. Да-да-да, то есть за создателя новорожденной. Да-да-да, тихо-тихо-тихо. Будь здоров, мастер, и пусть в твоей жизни будет столько оживших статуй, сколько капель в этом бокале. Не, я не согласна. Нет, надо говорить только обо мне. Я просто могу не выдержать конкуренции, понимаете? Ну ладно. Конечно, надо говорить только обо мне. Как-никак, а кроме как в Помпеи такие статуи, как я, на дороге не валяются. Так, чтоб ты, да? Да. Угу. Что это? Ну, это изделие народных умельцев. Да, давай. Да еще? Нет, конечно. Ой. Спасибо. Ну, сегодня она точно в историю попадет. Да. Ну, расскажи, какие ты мне сделаешь подарки? Подарки вам сделать не так. Давай, рассказывай, ну какие подарки ты мне сделаешь? Ну, что может подарить тебе мое сокровище, бедный художник? Вот здесь на столе для тебя дары природы, дары моря, дары леса. Что? Больно! Каменный цвет. Плохая голова. Ну и что, что дары леса и моря? Что мне? Я дарю тебе этот античный мир! Мир ты мне даришь! Полный тайны и загадок! И, наконец! Ну что? Я дарю тебе мою любовь! Ну, спасибо! Ну вот, спасибо тебе большое. Не, мне хорошо и так без любви.
Слушайте, а что это мы так как-то вот не веселимся? Давайте мы как-нибудь споем. Споем? Да. Споемте! Друзья! Споем славу солнцу, любви, вину. Пусть всегда будет солнце. Свяжется с какой-нибудь дурной компанией. А того хуже разрушит Парфенон. Нам с вами потом восстанавливать. Но послушай в конце концов! Что пристали-то? Что ты хочешь от меня? Я ж в полном порядке спросил. У кого хочешь? Гневет. А? Нормально? Гневет. Отлично! Галатея. Ой, не могу. Да, но перед человечеством я за тебя отвечаю! Замолчи! Иначе я на себя не отвечаю! А это что за явление? Я не делаю никакого заявления, я тут ни при чем. А я тем более. Так это ты во всем виновата! Галатея! Измени!
Меньшица! Так вот какова твоя любовь! А? Чего он кричит у вас? Помолчи! Я попросила бы без вздорных обвинений. Подумаешь, спрятала мужчину в доме. Тихо. А может, он мой родственник из провинции? Да. Ой, главное, главное, что я поняла. Какой ужас в этом доме мне. Галатея. А какая? Галатея. Какая женщина? Галатея. Какая женщина может Галатея. Это пережить? Галатея, я умоляю. Какая? Галатея. Я тебя спрашиваю. Галатея. Кто? Галатея. Я ухожу от тебя. Галатея. Прощай. Галатея. Богиня! Оставь меня, смертный! Ну что вы так расстраиваетесь? Уж кому как не вам, значит, в искусстве всегда талантливые произведения, независимо от автора, начинают жить самостоятельной жизнью. Да, но пропало самое совершенное мое творение. И, к моему великому сожалению, не осталось даже копии. Я вложил в нее столько своей души. Ну ладно, я тоже немало вложил. Я был с ней так добр. А я так щедр. А теперь я просто опустошен. Я тоже. О боги, обитатели заоблачного Олимпа, вы помогли мне оживить Галатею. Так помогите же мне ее вернуть. Что, Пигмалион, спуститесь на землю, не отвлекайте богов от их дел. Лучше пойдемте искать и найдем этот драгоценный для нас обоих камень. Дай руку, товарищ. Пойдем. Во эпоха настала. Куда и до наша эра, а? Статуи что хотят, то и делают, а люди им позволяют. Ну, как хороша она была, как спокойно, когда стояла на своем пьедестале. Говорил ему, говорил, ну высеки рог изобилия, хоть бы пожили по-человечески. А он взял и высек. Если так дальше пойдет... И мастер высечет еще хоть одну такую статую, тогда конец и мне, и всем. Ой, а я еще ни разу не спал. Посплю. Ой. Нет. Вернулась. Гнедушка. Пропал. А я думал, что вы уже совсем успокоились. Ну что ты? Нет? Нет, ну что ты, это была моя хитрость. А-а-а. Чтобы избавиться от них и остаться с тобой наедине. Конец. Ты мне очень нравишься. Не понял? Я в тебя влюбилась с первого сознательного взгляда. Все равно не понял. Нет? Нет. Друг мой, если я из мрамора, то ты из дуба. Ой! Вот теперь понял. Мне с тобой
петь я не хочу с полета, ждет нас вагон. Простите, что я не хочу, здесь кроет кровать. Нет, что? В состоянии эффекта. Мастер, но это на произведение искусства. И охраняется законом. Ах, так!
Зевс, громовержец, покарай ее, верни ее в первобытное состояние. Нет, нет. Ой, ой, Зевс, громовержец, Зевс. Мои драгоценности, они окаменели. Ну что вы на меня смотрите? Я не знаю, покупать ее или нет. Я не знаю, ну вы хотите купить у меня эту статую? Я вам с удовольствием ее продам. Она занимает у меня слишком много места. Да? Неужели это был сон? Право не знаю, но прямо как живая. Ну хорошо. Беру. Заверните. Неужели это был сон? Как быстро мир переменился. Хоть я и задремал слегка, но сон, который мне приснился, клянусь вам, будет жить века. Все меня почти за олимпийца. Хоть разочек мне блеснуть, но храпать скрепит бель как-то, приглашая всех ко сну. Нежность и рвень. Ну, попадать, статный грех, божественный. Сказка здесь на
мир, всем поклонникам кумир, тот, кто верит в идеал, чаще прежних страдал, всегда любого серега, молил он среди чудо. Только стен на конференции так смешно узнать все это, что в жизни нашей грустно, исцелит нам боль искусства. Чаще пойте вместе с нами, мы останемся друзьями, верьте в музыку и себе, ждем вас, делом, гости всех. Thank you.